Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня я хочу вам поведать о таком кустарнике, как шиповник. Многие собирают плоды шиповника как для варенья, как для того, чтобы запаривать чай. Но мало кто знает, что наиболее полезные свойства ягод шиповника проявляются тогда, когда он чуть-чуть не дозрел. Вот в это время самые полезные свойства шиповника проявляются. В одной ягоде шиповника находится суточная, я думаю, доза витамина С. Поэтому это настолько растение великолепное, содержащее много эфирных масел, содержащее много полезных веществ, содержащее много лекарственных веществ. Поэтому собирайте шиповник, употребляйте его. Можете заваривать шиповник, столовая ложечка на стакан кипятка. Кипятить его не надо, просто заварили и получили целебный напиток. Можете добавить в него меда, целебность от этого только возрастает. Но прежде чем добавить мед, охладите его градусов до 50, чтобы мед имел свои положительные свойства. Так что применяйте шиповник, пейте его, насыщайтесь витаминами, микроэлементами. Будьте здоровы, будьте счастливы. До свидания.